Лето здесь чудное, тебе понравится. Август поработаешь без выходных, а осенью мы тебе их возместим. Молодец, Анна. Продолжай в том же духе. Вы взяли новую? Уже пару месяцев работает. Сначала хотели нанять филиппинку. Да, филиппинки лучше, это точно. Мой испытательный срок почти закончился. В сентябре они решат вопрос с документами. Спасибо, Анна. Я же говорила, они хорошие, все в порядке. Ну как, вкусно? Пошел вон, вон! Брысь, брысь! Анна, что ты себе позволяешь? Девочка совсем расслабилась. Все, о чем они думают, это деньги. Им нужны только деньги. Анна! Анна? Анна! Сделай мне яичницу и апельсиновый сок. Угу. Долго ты у них уже работаешь? 3 месяца. Визу дают не раньше, чем через 2 года проживания в стране. Не переживай ты так. Если все будет в порядке, в сентябре мы оформим тебе документы. Не расслабляйся. С такими, как они, никогда не знаешь, чего ждать. Нас не будет в день расчета, поэтому вот твоя зарплата. Но все должно быть идеально. Я на тебя рассчитываю. Ну что, возьмем киску в клуб? Я бы ей вставил. Да, слушай. Иди сюда. Ты же не хочешь, чтобы я все рассказал матери? Тронешь меня еще раз, я тебе руку оторву. Думаешь, она тебе даст? И даже не вякнет. Она тихоня. Эй! Давай-ка. Опасные тайны горничной.